Международный форум по педагогическому образованию – это одна из крупнейших в мире специализированных площадок для обсуждения самых актуальных проблем по подготовке учителей. Форум проводится 8-й раз в стенах Казанского университета. Целью ИФТ-22 является изучение тенденций и особенностей модернизации педагогического образования в России. Основная цель форума – это обсуждение самых актуальных проблем, которые стоят перед педагогическим образованием. Не случайно наша текущая повестка посвящена таким проблемам, например, как трансформация педагогического образования в условиях пандемии COVID-19, когда не только Россия, но и весь мир столкнулись с огромными сложностями по организации учебного процесса. Организаторами мероприятия выступят Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Казанский федеральный университет и Российская академия образования. В этом году в Международном форуме по педагогическому образованию примут участие исследователи и педагоги практики из таких стран, как Бразилия, Китай, Перу, Аргентина, а также из стран ближнего зарубежья. Форум ИФТ будет проходить в стенах Казанского федерального университета с 25 по 27 мая в смешанном формате. По доброй традиции мы организуем так называемые pre-conference events и post-conference events, то есть события и мероприятия до форума и после форума. 24 мая планируется визит в лицеи Казанского федерального университета, а также экскурсионная программа. А 28 мая наши коллеги, участники Международного форума по педагогическому образованию, которые изъявят такое желание, смогут посетить также педагогический форум в городе Набережные Челны. К участию в работе ИФТ-2022 присоединится форум «Педагоги России», объединяющий более 350 тысяч педагогических работников из 75 регионов России. Представители более 200 российских и зарубежных университетов обсудят во время круглых столов и пич-сессий актуальные проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. Необходимо подчеркнуть тот факт, что 8-й международный форум по педагогическому образованию отличает новые форматы. Это и пич-сессии, это и заседания исследовательских групп. Исследовательские группы организованы совместно учеными и педагогами-практиками различных структурных подразделений Казанского федерального университета. В каждой стране накоплен свой уникальный опыт преодоления насущных проблем. Поэтому Международный форум по педагогическому образованию является площадкой для обмена лучшими практиками решения разных задач в этой области. Луиза Закирова, Ренат Ахмедянов, Фарид Захитуглы, Универньюз. We'll be right back.